Здравствуйте, мои подписчики. Хочу показать, какой у нас в этом году урожай яблок. Это зреет Антоновка. Наверное, вы знаете о том, что Антоновка, конечно, это поздний сорт яблок. И мы ее будем срывать в конце сентября. Вот этот сорт я не знаю, как называется. Но я так понимаю, что они летние, потому что мы уже их кушаем. И они вот такие вот обильно прекрасные, скажем так. Вот. Если кто-то знает сорт, подскажет его название, буду признательна очень. Вот такое яблочко. Это еще одно яблоко. А вот эти яблоки вообще прям, они кисло-сладкие, но компот с них вообще настолько чудесный, что сейчас я поближе покажу, какие они крупные. Вот моя рука, у меня рука не маленькая, и компот с них розового цвета, они вообще потрясающие. Да, и вот тоже все в яблоках. Красивая яблоня. Там у нас еще Антоновка. И вот это вот тоже Антоновка. Тоже обсыпная. Антоновка, она нужна. Во-первых, она лежит долго. А во-вторых, она, конечно, без нее никуда. Мы и капусту квасим в Антоновку добавляем. Пироги вообще замечательные с Антоновки. В общем, у нас вот такие обсыпные деревья с яблоками.